В Курчумском районе прошел республиканский турнир «Пограничное ориентирование». В состязании приняли участие 80 сотрудников пограничной службы из разных регионов страны, чтобы продемонстрировать свои навыки в ряде дисциплин и определить лучшую команду. Наша страна граничит с 5 государствами. Протяженность границы Казахстана составляет 15 тысяч километров, из которых более 2000 проходит по Восточно-Казахстанской области. Ежедневно пограничники, не жалея сил, охраняют рубежи Родины. Кроме того, каждый пограничник успевает демонстрировать военно-спортивную подготовку и участвует в различных соревнованиях. Все команды сильные. Мы тоже начали готовиться заблаговременно, чтобы показать лучший результат. Это большая мотивация для каждого пограничника. Желаю всем удачи на республиканском турнире. Это будет достойное состязание. В эту подготовку входят не только физические навыки военнослужащих, чтобы были бегали спортсмены. Здесь, конечно, надо еще умение работы на картах, умение работы движения по азимуту, по ориентирам, по направлениям. Здесь такие также на точках есть отдельные элементы. Это разборка и сборка автомата Калашникова, что это в повседневной деятельности каждого военнослужащего. Также выход на связь с отрядом, ну, с департаментом, с базой, чтобы могли выйти, свои координаты показать. Турнир «Пограничное ориентирование» проводят 2 года подряд. В этот раз участники соревновались за кубок заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, директора пограничной службы. Цель нашего соревнования – активизация военно-прикладных видов спорта пограничной службы. Каждый пограничник должен уметь ориентироваться на местности, поэтому один из главных этапов турнира – поисковая работа. Также участники выполняют упражнения по огневой подготовке и выходят на связь. Очень интересные этапы. И главное, что каждый делает это ежедневно. Пограничники – это настоящие патриоты, стоящие на страже закона и порядки на погрантерриториях. Специалисты отмечают, что в последние годы в регионе увеличилось число желающих вступить в ряды погранслужбы. В нашем Курчумском пограничном управлении проводятся на постоянной основе мероприятия по подготовке пограничников к спортивным соревнованиям, воспитанию молодого поколения. И вот на турнире в этом году мы показываем отличный уровень подготовки участников. Уверены, что наши ребята и дальше будут с честью и достоинством защищать государственные границы. На протяжении 2 дней все участники турнира демонстрировали отличные результаты. По итогам соревнований 1-е место заняли пограничники Восточно-Казахстанской области, 2-е место досталось команде Кызылординской области, 3-е команде из области Жетысу.